Краткий обзор 15 серии сериала «Красная зона», и в ней вы узнаете о том, как Заславский отказывается помогать Лаврентьеву, и тот остается один на один с бандитами, которые ему угрожают. Хлебников поздравляет сына с днем рождения и приглашает его на футбол, однако Кирилл уже согласился пойти на концерт к Хлебникову. Приходит сотрудник полиции и просит организовать дежурство врачей и на матче, и на концерте. В больницу доставляют двух пострадавших от огнестрельных ранений. Оперировать приходится самому Хлебникову и Кириллу. Это его первая самостоятельная операция.